Пять обезьянок прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Четыре обезьянки прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Три обезьянки прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: больше не прыгайте в кроватке. Две обезьянки прыгали в кроватке, одна упала и набила шишку. Прыгайте в кроватке. Одна обезьянка прыгала в кроватке, она упала и набила шишку.